Просто будь здесь. Все вместе. А у нас гости. Скоро будут. А это просто моя проблема. Это пришел ты умеете. Опять надымил. Ты наверняка, как всегда, еще не обидел. Скоро придут гости. Сколько раз я тебе говорил предупреждать о своем приходе? Я почувствовал, что должен прийти. Ты тоже почувствовал? Значит, сегодня произойдет что-то важное. Что важное? Что произойдет? Добро пожаловать в мой магазин. Что привело вас? Должна быть равноценной желанию. Мы не берем ни больше, ни меньше. Чего же вы желаете? Мы устраиваем праздник духа, но гости уже не успевают добраться. Мы хотим, чтобы ведьма измерения открыла к нам порталы на одну ночь, чтобы все смогли прийти. У меня одного пока недостаточно сил исполнить ваше желание. Но я знаю только одну равноценную плату. Должно исполниться мое желание. Вашей силы будет недостаточно. Наша хозяйка сама отправила нас сюда. Мы все поможем. Когда придет, не сомневайся. Вы знали, Юка-сан, в мире нет случайности. Есть только неизбежности. Входите же, Инари-сан. Люди – странные существа, бросаются пустыми фразами и обещаниями, которые не всегда в силах исполнить. Людям свойственно забывать богов и клятвы, которые они давали им. Но в то же время их порывы настолько искренние и благородны, что боги с давних времен все равно помогают им. Возьми этот меч, любимец богини удачи. Это грозное оружие бога ураганов и моря. Он оставил его у меня, поклявшись больше никому не причинять вреда просто так. А как же я? Я дам тебе возможность посмотреть на твой мир нашими глазами. Только не содрогнись от увиденного. Это похоже на паутину. Каждый человек с первых дней жизни начинает плести свою, старательно заманивая в нее тех, кто окажется рядом. Миллиарды живых существ, навсегда увязших в этой липкой паутине, продолжают старательно плести ее до последнего дня своей короткой жизни. Как ты думаешь, какова твоя? Юка-сан! Ты тоже это видишь? Да, правым глазом. Ведь он у нас один на двоих. Только будь внимателен и остерегайся других. Иначе все попытки освободиться приведут к тому, что вы увязнете еще глубже, и вы останетесь тут навсегда, как и она. Я отвлеку ее. Как? А ты освободи ее. Будем плести пути. Thank you.
все двери открыты. Thank you.